Всем привет, меня зовут Хэл, и я рада приветствовать вас на своем канале. И так как я читаю ваши комментарии, я в этом видео пытаюсь наладить звук с помощью наушника. Пожалуйста, мне нужна будет ваша помощь, поэтому напишите в комментарии, стал звук лучше или хуже, или мы оставляем это дело так, либо я буду придумывать что-то еще. Ну а сегодня я хочу вам рассказать о том, чем же я кормлю мальков цихлид. Дело в том, то, что когда я первый раз в общем аквариуме увидела то, что у рыбки набит полный рот икры, я задалась, естественно, вопросом, чем же потом кормить этих мальков и на чем его поднимать. Информации в интернете на самом деле очень много, но есть проблема в этом, потому что на разных сайтах информация друг другу противоречит. И пока методом проб и ошибок я пришла к определенному методу, я потеряла практически весь выводок, кроме 4 мальков, которые сейчас плавают в аквариуме. И на одном из ресурсов я прочитала такую информацию, то, что рыбка кормит мальков именно тем кормом, которым питается сама. Как это происходит? То есть рыбка, которой во рту есть малечки, она подбирает немного корма, кстати, замечено это факт, и начинает его как бы разжевывать. А мальки, которые сидят внутри в карманчике, вот у нее во рту, они этот корм, тот же самый, получают, но более мелкой фракции. Из чего я сделала выводы, что в корм, в принципе, которым я кормлю взрослых цихлид, подходит и малькам. И самое главное, тут будет только фракция. И сейчас я расскажу и покажу, как делаю я, как кормлю потом этих маленьких цихлид и что мы в итоге получаем. По совету с интернета я купила вот этот тетрамин и пыталась кормить мальков цихлид. Это корм для рыбок от 1 сантиметра, но цихлиды его подбирали, если честно, неохотно. Поэтому я скормила его Данюшкам, они его съели с удовольствием, а баночка осталась, так как она удобная, и будем мы туда складывать корм уже для цихлида, который сейчас приготовим. Как я показывала уже в видео ранее, корм я готовлю сама, и этикетка это уже ничего не значит. Баночка просто уже очень-очень давнишняя, и этикетку я все еще никак от нее не отдеру. То есть, как замешивать корм, который вот в этой баночке, я оставлю ссылочку в описании на видео, из чего он состоит, как я его делаю и что туда помещаю. Поэтому достаем пакетик. Он нам сейчас понадобится. Обычно абсолютно пакетик. Раскладываем его. Достаю вот такой вот. Как-то пытаюсь, конечно, чтобы он сфокусировался, показал фракцию, но что-то камера не очень хочет. Вот. Вот такой вот он крупнофракционный. Этим кормом я кормлю абсолютно всю свою рыбку. И сейчас вот такой своей импровизированной ложечкой мы высыпаем это дело на пакетик. Как вы могли заметить, я высыпаю не просто на пакетик на стол, а на мягкую тетрадочку. Потому что так удобнее, я не поцарапаю стол и пакетик не порву. Вот такую штучку, давилку мне соорудили. Для того, чтобы было удобно здесь, вот самое главное, плоская поверхность и удобная ручка. Поэтому сейчас мы просто берем это все дело и разминаем просто в труху, как можно мельче, практически в пыль. Я не буду вас мучить вот долгим перетиранием, поэтому мы включим быструю перемоточку. Главное, вы суть поняли, тот корм, которым вы кормите обычно цихлид, вы можете перемолоть практически в пыль и дать это уже мальку, когда он полноценно поплывет, то есть когда желточный мешочек у него пропадет. Так как на момент записи видео у меня еще был небольшой запас того корма, о котором я сейчас кормлю цихлид, то есть, ну, собственно, производство я его вам показываю на видео, то сейчас мы просто дополняем его вот этой пылью. Вот так вот
То есть все с пакетика просто туда ушло. Пакетик нам еще пригодится. Мы его откладываем в сторону. И у меня есть вот такой вот корм еще. То есть этот корм, это рачок Артемия. Точнее, он продавался вместе с рачком Артемия. То есть вот новая упаковочка специально для вас. Я ее сейчас открываю. И смотрите, что внутри. То есть внутри есть рачок, которого нужно выводить. То есть помните, да, вот если что, можете посмотреть на канале, как его. И вот такой вот небольшой пакетик с кормом. Так как я точно прям вот название его не могу вам сказать, но я его использую, его тоже не остается. Вот видите, один в один. И я его высыпаю тоже на глазок. Все меры у меня почему-то нет такого, то что вот прям 5 грамм, 2 грамма, 3 грамма. Наверное, это плохо или хорошо, я не знаю. Вот, я все делаю на глазок. Мы его добавили, и нам осталось только перемешать и идти кормить своих цихлидок. Чтобы все было максимально честно, вот эта баночка, вот я ее открываю. Мы достаем оттуда наш корм, который мы только что сделали. И, внимание, все на дальний аквариум, где у меня сидят сейчас морёчки с цихлидами. Смотрим. Ну, как сразу оживились. Ммм, вкусняшка. Ну, а в соседнем аквариуме у меня сейчас сидят на нересте Данюшки. Вот, будем надеяться, что они принесут икру, а здесь уже их детюшки. Тех, которые я вырастила из икринки, и они тоже с большим удовольствием едят этот корм. Смотрим, берем, оп, кушают, вкусненько. Так что я, наверное, ленивый аквариумист, и у меня один корм на всех рыбок. Хорошо это или плохо, пишите в комментарии. Или у вас для каждого вида рыбки свой корм. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока-пока.